Объект сдан, качеству претензий нет. Пречистенскую набережную после выполнения подрядчиком гарантийных обязательств устранение недочетов приняли городские власти. Внимание уделялось каждой детали. Сейчас довольны специалисты и общественность. Подробности далее. Находок вот от трубных рубков все подлили. Так, вот промазаны, да? И замазали. Видите, швы вот эти все промазаны. Вот эти вот швы все сделаны нормально. Мусор и крепежная арматура убраны, демонтирован отбойник, в порядок приведена брусчатка. Некоторые участки дорожки были неровными. Всего подрядчику необходимо было устранить около 20 недочетов за свой счет по гарантии. Замечания были не глобальные, но влияющие, скажем так, не на несущую способность набережной, а чисто для эстетического восприятия. То есть газоны подровняли, то есть доделали облицовочные работы. Подход со стороны городских властей очень тщательный, скрупулезный. То есть внимание к мелочам. Работы контролировал заместитель главы Вологды Сергей Воропанов. После осмотра он констатирует, с работой строители справились. Теперь к качеству Пречистенской набережной претензий нет. В таких объектах, которые особенно находятся в центре города, мелочей не бывает. Мы подошли очень внимательно и по замечаниям общественности, и на взгляд профессионалов, значит, дали замечания, которые подрядчик устранил. Ко всем строителям хотелось бы обратиться, вне зависимости от объекта, это или работы по капитальному ремонту, или строительство дороги, или ямочный ремонт, или строительство набережной. То есть вне зависимости от объекта подход будет один. Во-первых, работы должны быть выполнены по проекту, во-вторых, соответствующим качеством. Обновленная набережная, которая недавно стала пешеходной, находится в самом центре исторической Вологды. Это часть туристического проекта на сон город, который как связующая нить объединил все ключевые достопримечательности центральной части города в единый кластер. Впрочем, уже сейчас набережная – место притяжения для туристов и горожан. Нам я в восторге. Я на самом деле в гости приехала, к маме уехала уже в область московскую. Ага. Приехала в гости, я просто в восторге от набережной. Да? Очень красиво. А что вам понравилось набережной? Очень красивый вид открывается. Вот это живописный такой. Здесь много места. Сегодня это новое место для фотосессии у вологодских молодоженов. Здесь гуляют с детьми и с радостью идут на работу. А вскоре здесь появится еще один объект пристального внимания. Подрядчик Дню города установит на набережной фонтан. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда портал.